какая замечательная планша эти. Всего 59 гривен. А вы знаете, что это красное, это не цветы, это прицветники. Цветочки, это вон те маленькие бутоны. Вообще пуансеттия растет в виде дерева, ну, больше похоже на такое вот, как сирени деревья. И высокая очень может вырастать. Можно ее высадить, если теплое место, ну или попробовать вырастить большой дома. Часто эту пуансеттию покупают на Рождество, Новый год, потом она немножечко теряет свою декоративность, и ее выбрасывают, думают, что она изрослась, и думают, что это такое временное растение. На самом деле же нет.